Международное объединение содействия развитию бассейна абхазского этноса Лашара подвело итоги фотоконкурса «Сара Стыла. Моя родина». Конкурс был объявлен в конце лета. Каждый, у кого есть красочные фотографии узнаваемых мест Абхазии, Карачаева и Черкесии, мог принять в нем участие, разместив свои снимки в Инстаграм и отметив их специальным хэштегом. Это первая интернет-акция Международного объединения Лашара в Республике Абхазия, направленная на сближение абхазского и абазинского народов. Идея конкурса была следующей – представить интернет-сообществу лучшие авторские фотографии Абхазии, Карачаева и Черкесии. Приз победителю из Абхазии – поездка в Домбай, а победителю из Карачаева и Черкесии – поездка в Абхазию. В конкурсе участвовало 39 человек, из них 26 из Абхазии и 13 из Карачаева и Черкесии. 24 октября в Сухумском ботаническом саду и в офисе московского представительства АНО Лашара состоялась церемония награждения. Руководитель представительства Лашара в Абхазии Аида Ханелия и руководитель представительства в Москве Рахим Ионов поблагодарили всех конкурсантов и поздравили победителей. В первую очередь я хочу поблагодарить всех за активность, за то, что поддержали нас в конкурсе. Это наш первый конкурс в этом году. Я надеюсь, что конкурсов у нас еще будет много. Луля, спасибо огромное вам за очень красивую работу. Она действительно достойна выставки. Счастливая возможность познакомиться с Абхазией представится Диане Кончевой, пользователю с ником Дипиана. А на горнолыжный курорт Домбай направится Лули Хачатрян, ник Лули Лули из Абхазии. Муса Экзеков, основатель и учредитель Международного объединения Лашара, много лет финансирует различные проекты, связанные со спортом, наукой и развитием абхазского и абазинского языков. В июле прошлого года было учреждено абхазское представительство Международного объединения Лашара, основным направлением деятельности которого является созидательная работа с абазинской и абхазской молодежью.